Центр православной культуры приглашает учеников 2-5 классов на экскурсии по темам истории славянской письменности и устройства православного храма. Экскурсии по Иоанна Богословскому домовому храму Софу познакомят с разными элементами храмовой архитектуры и их символическим значением. Школьники смогут узнать о событиях, связанных с историей православия на русском севере, и о самых интересных особенностях северного храмостроения. А во время экскурсии, посвященной истории славянской письменности, ученики смогут полистать старопечатные книги 18 века и узнать больше про литературу того времени. Еще ребята познакомятся со старославянским алфавитом и уже сами смогут составить текст на кириллице и перевести его на глаголицу или наоборот. Для предварительной записи обращаться на кафедру культурологии и религиоведения по номеру 21 61 00, добавочный номер 23 63.